Снова здорово, господа, мы вернулись в Дюранго. Так, семена болгарского перца. Но это нам не интересно. А, здесь какие-то плюхи, ладушки. Так, это у нас что, сообщения пошли. Союз на освоенному... Оу. Фига, а что это такое? Что это такое? Ладушки. Так, задание. Смотрим, события, домашняя вечеринка есть, семена гвоздики, семена белой розы, окей. А, что там еще у нас, друзья, кто у нас друзья просится на сей раз? Так, Just Юра, привет, Никол, привет, Филиппи Гейм, здоров. Так, легендарный, фига себе, 60 уровня, здорово, легендарный. Итак, господа, я почитал, значит, ваши комментики к прошлой серии. Что ты от меня хочешь? Широкий ящик, давай. Воу! Маска, костюм, коричневая маска, полицейская форма, билет сброса ранга. Это за что это мне такие ништячки? Давай мы в корзину пока перекинем что-нибудь хотя бы. Например... Полицейский костюм нельзя. Печально. А что мы можем переместить? Сумка из ткани. Переместить в корзину. Тоже не можем. Сумку из ткани мы не можем переместить в корзину. Ладно. Так, погоди. Не сбивай меня. Не сбивай меня и не мешай мне. Так, самодельный забор. Забор с гвоздикой? А зачем мне это? И почему Нью? Мы это уже как бы делали. А, сумка. Сумка. И здесь я хотел... Что я хотел посмотреть? А, во! Широкий ящик. Что ты такое? Широкий ящик. Упаковка для облегчения переноски. Так. Давай сюда в угол. На какой хрен он нужен вообще? А, ну я понял, это как корзина, только овер здоровенная, да? Травяной чай. Так, это мы оставляем, малинку мы оставляем. Да мы все, в принципе, оставляем. Так, что я хотел сказать по поводу комментариев. Ходи на другие острова твоего уровня, чтобы делать лучшие вещи. СП прибавляется, когда ЛВЛ поднимаешь. ЛВЛ, как я понял, персонажа, да? Давай смотреть. У нас 20 уровень, нам надо совсем чуть-чуть. Боевая сила, сила изготовления, сила собирательства. Понял. Теперь что нам надо? Нам надо пойти на... Что такое? Так, погоди, а у нас же был, по-моему, костюмчик. О, ну нифига себе, мы дикие. Ну, давай так погоняем. Нам надо пойти на другие острова. Так, мы перемещаемся в гавань. По-моему, сюда нам надо, правильно? Так, поднять парус, вернуться к разведке на освоенном... Поднять парус. Во, точно, смотри. Саванна море, тропическое море, умеренное море. Нам надо, по идее, на саванну. 15 уровня как раз то, что нам необходимо. Да, хорошо, поплыли. Но только я забыл посмотреть, что нам надо. Блин. Гвозди точно 15 уровня нужны были. Доски 15 уровня нужны были. Ах, я забыл. Ну ладно, давай тогда просто покачаемся, попробуем что-нибудь раздобыть. Может быть, получится, может быть, нет. Место у нас, слава богу, в рюкзаке есть. Да и в большинстве случаев там у нас еда, в принципе, по большому счету. Так что, если что, то мы ее просто-напросто всю сожрем. Но нифига, барсук какой-то нас встречает. Давай взглянем на... О, дитя, вы ничего не знаете про захват радиочастот? А X знает. Вообще, X знает об этом месте столько, что вам и не снилось. Если хотите понять, как все устроено в Дюранго, вам лучше следовать инструкциям комитета. Кратеры и червоточины – это ключ к эффективной разведке. Отыскивайте их, слушайте и учитесь. Пошел ты.
Так, ну место у нас есть, если что, то мы что-нибудь сожрем, так что это, в принципе, не беда. Что ты хочешь от меня? Взгляните, дитя, похоже, в этом направлении есть кратеры и червоточины. Вам понадобится время, прежде чем вы научитесь пользоваться этими идеально, но не переживайте, Икс будет вам помогать пока что. Так, отстань от меня. Куда нам надо? Так, давай в костер для начала. Мы сделаем изготовить, кулинария, вертел. И давай по максимуму, что мы можем сделать, а именно 15 чего-то мы можем сделать. Зефир. Давай делаем. Кулинария прокачается, освободится место, будет всегда что пожрать, так что все будет у нас отлично. Нам вообще надо уровни прокачивать для того, чтобы получить СП-шку. Так, вот у нас 10 экспириенса дается. Отлично. Кулинарию качнули. Тоже неплохо. Так, выполнили делик. Блин, как много мы готовим. Все, наготовился, успокоился. О, много, много. Хорош. Так, пойдем. Будем задания выполнять. Различные. Центр связи. Принять задание. Так, начать задание, да. Начать задание, да. Начать задание, да. И нам надо пойти найти кратер. Тут вроде как недалеко, 60 метров всего до него бежать. Так, радио принимает слабые помехи кратера. Окей. Ну, нашли, и что? Сделайте важное открытие, можете забыть об усталости. Кроме того, обращайте внимание на червоточины. Ага, то есть теперь нам надо еще бежать за червоточиной. Ну, пойдем добежим. Хотя нас вроде уже знакомили и с кратерами, и с червоточинами. Только я не понял смысла, зачем еще раз. Ну, ладно. Что уж там. Так. Радио принимает сильные помехи. Ох ты ж, юб! А, это свой. Я уж испугался. Позволяют перемещаться. Но это я в курсе. Думаю, вы пригодитесь комитету, а если разыграете карты правильно, то можете оказаться даже на диком острове. Все кланы попадают на дикие острова, где они ведут бесконечные войны за ресурсы и территорию. О, не волнуйтесь, однажды вы к ним точно присоединитесь. Оттачивайте свои навыки, и Икс обратится к вам, когда придет время. Окей, договорились. Теперь, смотри, пошли выполнять задание. Они у нас все здесь. Блин. А что у нас, кстати, по приручению? Мы же можем, в принципе, приручать кого-то. А надо нам это сейчас? Ты какого уровня? 13-го. Зебра, цера... А, ну, слушай, а мы же как раз-таки приручали, я его каким-то образом умудрился просрать. На тебе по щам. Еще немножко. Сейчас он должен вроде как что-то типа устать или что-то типа такого. Во, теряет силу. Теряет силу. Смотри, он теряет силу. Стой, а куда ты? Куда ты? Зачем ты? Во, теперь мы можем его пробовать поймать. Давай, 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 давай. Получилось? Есть. Шикарно, мы поймали его. А приручать, по-моему, в воде... Ну, ладно, вернемся на остров, поговорим. Главное, что мы сейчас его поймали. И он у нас есть. Так, чё я тут не могу пройти? Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? 60 метров нам идти до китайца? Чё он от нас хочет? Китаец. Охота. Кость ноги надо получить. Давай. Мы его тоже, кстати, можем приручить, но на этот раз, я думаю, нам без... Ох, нифига, пинок нормальный. Бессмысленно приручать, потому что нам надо кость ноги. Есть такое. Ух ты ж. Привет, ты знаешь, что такое планы? Если подумать, пример всегда будет лучше теории. Сейчас все будет. Открой строительство владений в заданиях. Расширение зоны, используй тропические улучшения. Так я же уже это делал.
Нафиг оно мне надо? Давай будем качаться. Что мы можем прокачать? Минералы не можем, растения нет, основы сбора нет. Так, сбор не можем. О, постройка. Постройка, чудесно. Что мы можем в постройке качать? Малый кожаный коврик. Нафига он нам? У нас всего 11 СП, так что нам особо-то бежать некуда. Мы можем, кстати, сбросить, говорили, что можно сбрасывать. Уголь, кожаный ремень. Так, снять кору, сухая кожа, ручная работа. Практически повышает вероятность успеха изготовления. Ну давай вот это возьмем. Так, а что мы еще можем? Что у нас, по-моему, было что-то открыто, но нам не хватало именно вот СПшек. Земледелие. Да нет. Обработка. А, точно, уголь нам нужен был. Кожаный ремень по-любому. Снять кору, сухая кора. Ну давай возьмем, попробуем. В принципе, ладно, потратили практически все очки, но я думаю, что мы, в принципе, взяли все, что нам нужно было полезное. Так, поддержка организации. Список поддержки. А, так я могу у них еще и запросить? Да ладно. Фига себе. Фига себе. Охренеть, не встать. Вот это крутой тип. Ладно, это мы трогать не будем. Пойдем, знаешь, куда? Пойдем следующее задание выполнять. Получить левел 5 и выше предмет со свойством столб. Так, это нам надо дерево, получается. Дерево. Но это на обратном пути можно найти, если что. Отправьтесь в пункт назначения. Куда? Во, пока туда будем идти, заодно найдем дерево и получим заодно бревно. Одно. Одного нам хватит. Или не хватит? Четыре нам надо, понял? А ты такой. Я церних. А, церних, пошел ты. Ты неинтересный, ты какой-то некрасивый, неприкольный вообще ни разу. Так, грязевая яма. Здесь у нас торф. Давай мы возьмем, потому что что-то мы у себя на острове грязевой ямы не видели. Хотя, опять же, знаете, я даже не изучил наш остров по факту. Поэтому, может, там на самом деле что-то и есть. Надо поглубже пройтись, узнать. Так, дерево. Что-то я не помню, пропустил я дерево или не пропустил я дерево. По-моему, еще не было ни одного. Опа. Панданус. Так, бревно раз. Отлично, два. Отлично, три. И шикарно, четыре. Есть. И теперь надо еще добежать до последнего задания. Сразу по три мы бегаем, выполняем задание, чтобы не тупить, не бегать туда-сюда обратно. Тебе и мне приятно. Что ты от меня хочешь? О, кратер, зачет. А, получить первого уровня или выше предмет со свойством мяса. 5 штук. Ну давай мы тогда вот этого говнючка сейчас запинаем по-быренькому. Лупи. На нахуй. Так, с ноги. Торсом. Гопалкой. Шикарно. Будем пробовать ловить? Да не, не будем ловить. Нам мясо надо. Некогда нам ловить сейчас. Ой, хорошо. Так, кожа. Блин, мясо только два. Так, давай кожу заберем. Ну и кость заодно заберем. Да? Зачем она ему нужна? Он же все равно уже окочурился. Что у нас по месту, кстати, еще? Да, нормально по месту у нас. Так, нам надо еще одного убить. Баобаб. Фига, ты видел, какой здоровенный баобаб? Эй, воу! Стой! Стой, корова! Хопа, видал? А что, ты с ноги промазал, что ли? Во, хорош! Да влупи ему палкой по голове. Метлой бей, я тебе сказал. Ой, шикарно. А теперь с ноги. На нахуй.
Разогнался из ноги просто. Так, вот мясо у нас есть. Еще мясиска. Блин, еще одного придется убивать. Ну, какие-то мы дикари сегодня с вами. В принципе, это хорошо. Пусть ручной бой качается. Так, задание, задание есть. У нас, знаете, что не качается вообще никак? Стрелковое. Почему? Потому что у нас нет лука. Изготовить мы его, походу, не можем, да? Да. А что у нас вообще еще есть по вооружению? Так. Атаковать 70... Не, давай с метлой сравнивать. Где у нас метла? Мети, метла, мети. Метла, мети, метла. А где ты? А, вот она. Атаковать 80. Если что, пробивание защиты 60, скорость атаки 3,5. Здесь 78. Пробивание защиты... О, снарядить. Неподходящий уровень, точно. Неподходящий... А по подходящему уровню у нас все хреновенько, да? 65. Мотыга 17. Ну, мотыги не должно быть. Деревянный карпун 24. Большой каменный клинок 20. Так, ты кто? Каменный нож. О, каменный нож 85. Хорош. Починить. У вас нет наборов для ремонта. Создайте или купите на рынке. Так, ладно. Это что, жратва, кости? Ну, походу, так с метелкой мы и будем гонять. Пошли домой. Домой пошли. Блин, вот червоточина бы здесь... А, кстати, так погоди, она тут и была. Так, погоди, а ты не то, что ли? А, так ты не то. А где то? Туда и туда. И туда. Ну давай сюда. Блин, походу... Нет, пока нормально. А здесь дальше куда? Ага, теперь еще и сюда показывает. Опа, смотри, костер. Откуда здесь костер? Че, еще один лагерь, что ли, или что это? Откуда это? Что это? А зачем тут костер? Кто развел? Потушите, лес горит уже, блядь. Все сгорит нахрен. Куда идти дальше? Кто у нас компас бракованный, слушай. Блин, мы же еще одно мясо не получили. Ежик в тумане. Срочно нужно животное какое-нибудь. Любое. Любое животное дайте мне, я его убью, зарежу, достану из него мясо и сдам миссию. Так, грязевая яма, ладно. Короче, здесь где-то рядом червоточина. Рядом есть червоточина. Вот она. Шикарно. Но нам нужно еще животное. Так, Илья. Илья вряд ли не живу. Вряд ли Ильюха животное. Блин. Или может убить его? Да не. Ну нельзя же так, это ж некрасиво. Нихуя ни разу некрасиво, не-не-не. Ну дайте хоть кого-нибудь. Вы чё, народ? О! А это сканает? Хрен там. Правильно. Рыба не мясо, мясо не рыба. Блин, а кого мне тогда убить? У! Иди сюда. Отцырник. Иди-ка сюда. На нахуй. Как так промазал? Ой, да ты нифига дикий-то. Ты что, злой, что ли? Отцырник падает без сил. Ну, значит, ногами надо добивать его. Во, хорош. Все, хватит. Хватит, 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 и еще раз хватит. Теперь. А куда нам идти-то хоть? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пошли.
Клево мы его зафигарили. Слушай, мне прям понравилось. А, у нас это заканчивается энергия. Давай пожрем что-нибудь. Вот тебя. Зефир. По идее, должно быть вкусненько. Нормально. Перекусили чутка. Ящерица стал враждебен. Да какая ящерица? Что это, кто-то на меня напасть, что ли, решил? Ты что, бессмертный, блядь? Ты давай так не шути. Заброш... Что за заброшенный объект? Забрать, конечно. Да ладно. Шикарно. Кто-то потерял, а я нашел. Значит, надо. Так, давайте сдавать задание. Так, на, забирай. Ой, как хорошо. Это тоже забирай. И это забирай. Вроде все раздали. Так, задание. О, уровень 22. Шикарно. Так, что мы можем еще прокачать? О, рукопашечка. Сокрушительный удар. Так. Сокрушительный толчок, рассекающий удар. Блин. Сейчас мы будем всех валить. Бой с копьем. Урон. Так, мастерство ближнего боя, специализация на оружие ближнего, на одноручное. Так, не давай, наверное, вот это возьмем. Ножи, топоры, дробящие. Да, вот это оно. Так, и копье. Пронзающий удар. Я что-то не помню, а есть у нас пронзающий удар вообще? Нет? Ну давай возьмем. Пусть будет. Пусть будет, ничего плохого в этом нет. Так, сумка. 139 и 190. Что мы нахапали? Семена папоротника. Посадим. Булыжник, булыжник. Так, место еще пока есть. Пойдем мы еще выполним, наверное, на сегодня еще три задания. Ой, а что так долго ждать? Работник топора. Давай, пойдем. Куда? Получить опять перемен со свойствами. Одноручный топор? Давай сделаем, что тут тупить-то. Одноручный топор. Импровизированный одноручный топор. Ну, у меня много всякого барахла. И чё? А какого уровня мы сделали? Чё, не подходит, что ли? Самодельный деревянный молот. Чё тебя не устраивает, я не понял. Молот, топор. А-а-а! Молот не топор, топор не молот. Я понял. Сорян. А где мне топор искать? Топор. Во. Во. Клинок мне нужен. Блинский. Клинок. Клинок, клинок. Удобно, что тут поиск, кстати, есть. Клин... О, так... А клинок он не ищется. Конечно. Как мы будем искать? Каменное лезвие, потому что для этого надо. Ну, я так понимаю, что это... Да. Мошонка тут рядом бегает. Ништяк. Так. Во. Так, мы там еще какой-то дейлик выполнили. Надо почаще на эти острова ходить. Что, есть задание для меня? Пипец тут ждать. Я херею. Ладно, сумочка. Приручить. Чтобы приручить, это нам надо опять идти на травоядный остров. Это нам надо опять идти на трав... Ой, на травоядный. На освоенный остров, то бишь на наш. Честно говоря, не хотелось. Хотелось бы еще задание повыполнять, но ждать, в принципе, нам достаточно долго. Ладно, давай отправимся мы тогда домой на сей раз. О, самец большерогого оленя. Прикол. Зачет. Попробуем приручить эту дичь. Так, где? Куда?
Да. Поехали обратно до дома, до хаты. А, попробуем зебру нашу приручить. Посмотрим, получится у нас это или нет. Потому что первую мы что-то пытались, но она у нас куда-то исчезла. На вопрос, куда она делась, ты мне не ответил. Поэтому я не знаю. Будем сейчас пробовать приручать новую скотинку, новую животинку. Надеюсь, у нас все получится. Так, да, о, блин, слушай, у нас сейчас опять в пизде какой-то высадит, и нам придется бежать, бежать и бежать и бежать. Освоенный остров, 10 уровень. А можно как-то уровень, ребят, напишите в этом, в комментах, можно как-то поднять уровень нашего острова? Почему он у меня 10? Я хочу, чтобы он был 15. Чё? Простой верстак? Нафига? Мне этих верстаков уже мерено, не мерено. Нафига мне столько верстаков? Ой, глазик чешется. Так, нам надо вот сюда. Так, текущая усталость вижу. Срок службы. Чего срок службы? Степень усталости, климат, луга. Чё? Вернуться к разведке, гавани. Отправиться на остров, который вы исследуете. К точке маршрута. Нафига сюда? А, я по... Все, я понял. Нам, короче, надо установить точку маршрута возле нашей палатки. И тогда мы сможем туда быстренько хуяк. Вот так вот, понял, да? Так, хуяк. И все, быстренько так. Блинский. Ладно, я усек. Я понял, я понял. Мне вот интересно, седло нам надо будет на нашу зебру или не надо? Потому что если надо будет еще седло, то я хз вообще где брать. Давай, ментяра с метлой. С метлой. Бурундук, набор в клан страх, 14 уровня, все плюшки. Не-не-не, это нам не надо. Мы пойдем в клан Деко, у нас уже создал клан. Мы, если что, туда пойдем. Так. Блин, надо точку маршрута точно сделать. Ну, не прикольно бегать. Прям раздражают. Были бы колеса. Было бы уже хорошо. В смысле колеса, в смысле резины. Ну, в смысле машина, мотоцикл. Любой вид транспорта. Хоть на пердячем пару. Но нет. Но нет, приходится на своих задних. На своих задних двух. Так, мы почти пришли. Вот это, по-моему, уже наш остров. Наша территория. Да, отлично. Открывай. Открывай. Во! Самодельный загон. Давай сюда. А обращение с животным поместить в сумку. Да нахрен ты мне нужен? Приручить. Так, что ты недовольный такой? Вероятность успеха приручения 85%. Хотите покормить животное? Да я бы с радостью. Да только нечем. Так, ты что, так вы хотите отпустить? А, не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Ты приручайся. Целый час, блин, будет приручаться на самом деле. Так, скамья для краски. Так, окрасить. Окрасить тебя. А, у нас краски нет. Мы бы окрасили, но у нас нету краски. Я понял. Так, малый ткацкий. Во! Вот это же мы не могли построить. Вот я бревна 15 уровня достал. Нам надо было еще 5 ремней. Один гвоздь и две доски. Это, соответственно, надо было делать на том острове. Так, давай мы сюда сделаем, назначить точкой маршрута. Есть. И помчали быстренько на остров, наверное, на наш, на... Так, вернуться к разведке, к гавани. Вот так вот, наверное. Это что-то новое. Что за херня? Это не надо было так делать? Надо было именно на корабле плыть? Вот это приход. Я себя доктором Стрэнджем почувствовал. Сразу, сходу. И сразу же забыл, что нам надо было. А, 5 ремней.
5 ремней, 5 ремней. Так, изготовить. Ремень, 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 ремень. Где ж ты? Я еще путаюсь в этих всех херовинах. Туда-си, сюда-си, инструменты. Одежда, обработка, мать... А, во! Гвоздь. Гвоздь. А здесь есть верстак? Верстак. Во. Самодельный верстак. Изготовить. Гвоздь. А, это тут все, смотри, 10 уровня. То есть мне нужна веточка 15 уровня, получается, да? Да, мне нужна, получается, веточка 15 уровня. Ну-ка пойдем. Ну-ка пойдем найдем. Сейчас мы проверим теорию. Теорию заговора. Блин, все повырубали, сволочи. Стебель. Стебель, стебель, стебель. Не, погоди. Стебель нам тоже пригодится, но не сейчас. Чуть-чуть не сейчас. Нам нужна веточка, нам нужна веточка. Слоновая трава. Да ты заебешь. Где куст хоть один? Дерево. Хоть что-то. Где ветку можно взять? О, нет. Чё за дичь-то, а? Ой, мертвенький. Ну ладно, мы ж не падальщики, чё мы будем это самое? Чё мы будем это самое, в конце концов? Мы сами можем убить, если нам потребуется. Так. Кет. Кет, 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 ты неинтересный тип, тростник. А в тростнике есть веточка? Хера лысого. Ууу, бамбук, здесь по-любому есть ветка. Смотри, оп. Она же 15 уровня? Да, 15. Так, бревно сразу берем. Для чего нам нужно бревно? Потому что нам еще надо доски 15 уровня. Есть. Ах, я молодец. Вам нужен верстак. Я знаю, где верстак взять. Погнали к червоточине. Сейчас мы быстренько туда-си, сюда-си. Вот так вот, хоп. Перенос. На базу. 41 копеечка, да. Есть, пойдем. Опа. Хорош. Конечно, подобрать. Но все, мы как бомжи на самом деле. Ходим, подбираем все, что плохо лежит. Все, что плохо и хорошо лежит, мы все ходим, подбираем. Так, изготовить. Давай, один гвоздь. Да почему 10-го? Сделай с 15 уровня. Есть, деревянный гвоздь 15 уровня. Теперь доски. Доска. Раз, два. Так, раз, два, три, четыре. Так. Ну, шикарно. Я понял теперь, где брать вещи такого того уровня, который мне необходим. Блин, спасибо, пацаны, подсказали, прям рад вообще. Так, навык, можем какой-нибудь навык покачать? Ничего мы не можем. Итак, ладно, на сегодня мы закончим, потому что серия уже и так наверняка затянулась. Большое спасибо за просмотр, хорошего вам настроения, жду вас в комментариях. Пока.